55 своих кандидатов выдвинет партия Михаила Прохорова на выборах в Красноярский горсовет. Накануне гражданская платформа утвердила списки. В них вошли городские строители, бизнесмены, адвокаты, экологи-общественники. Наш корреспондент о том, кто эти люди и о каких задачах они говорят. В Доме кино многолюдно, и в основном молодые лица. Но пришли они не на фильм. Здесь собрались сторонники партии Михаила Прохорова «Гражданская платформа». Вот я по профессии юрист, адвокат. Одна из ключевых позиций гражданской платформы – это построение правового государства, верховенство закона. Это то, что мне близко, это то, с чем я работаю, это то, что, за что я сам борюсь много лет. Гражданская платформа – молодая партия и идет на выборы впервые в Красноярский горсовет. Конференция обходится без долгих речей и концерта. Сразу переходит к голосованию за списки кандидатов в депутаты. Их от гражданской платформы на выборы пойдет 55. Конечно, мы на поддержку Михаила Дмитриевича рассчитываем, на поддержку центрального аппарата рассчитываем. Но я вас уверяю, что и собственных сил у нас вполне хватает. У нас собралась очень сильная команда, очень сильные люди. И я уверен, что мы покажем очень достойные итоговые показатели. У нас есть уже действующий депутат Александр Александрович Глесков. Он идет с нами, выдвигается третьим номером. У нас есть строитель Егоров Владимир Владимирович, известный, который строит дома для жителей нашего города, у которого есть свое представление о градостроительной политике нашего города. Есть Сенченко Константин Владимирович, известный предприниматель, успешный бизнесмен. Задача горсовета – курировать работу исполнительной власти, то есть мэрии. И сторонники Прохорова считают, нет ничего хорошего, когда и глава города, и депутаты принадлежат одной политической силе. Получается, они сами себя и контролируют. Поэтому в планах гражданской платформы уже после выборов вместе с другими партиями заняться этим самым контролем. Списки кандидатов Прохоровская партия передаст в избирком уже на этой неделе. Гульназ Галямова, Владимир Цуканов, СТС Прима. Новости.